Важнейшим спортивным событием текущего года станут летние Олимпийские игры в Париже. Представить свою страну, на которых выпал шанс у тюменских спортсменов. Один из них – борец вольного стиля Юсуп Батырмурзаев. Он завоевал лицензию и выступит в составе сборной Казахстана во французской столице. Безусловно, именно на Юсупа Батырмурзаева возлагались особые олимпийские надежды. И актюбинец не подвел. 28-летний борец в профессиональном спорте уже 15 лет. Будущего чемпиона Азии и Казахстана привел в спортивную секцию отец. Мы 2 недели были в Дагестане. Там были основные нагрузочные сборы. По прибытию в Актобе начали усиленно тренироваться. Почти круглые сутки находимся в зале. С тренером, можно сказать, не расстаемся. Думаю, результат данных тренировок есть. Чувствую себя хорошо. С января месяца на сборах. Дома практически не бываем. Но это стоит того, чтобы принять участие в Олимпиаде. При поднятом настроении. Через неделю в Алматы пройдут подводящие сборы. Они начнутся 22 июля. И там будет до 5 августа. Понимая всю ответственность, возложенную на него, Юсуп готов сделать все возможное для пополнения копилки страны золотой медалью. В это верят и болельщики борца. В ответственный момент они, к слову, будут рядом. Уже опыт бар. Какой настраивать себя, хавай курисуге. Ну, просто самое основное спокойствие кирик и уравновешенность кирик. Сол барып, кавер вошел в свое дело сделать и все. Со мной на Олимпийских играх болельщики будут еще, ну, личный тренер будет, Нурмуханов Бауыржан, потом ну, сборная Казахстана. И с Актобе болельщики будут. С Казахстана тоже прилетят с Алматы. Уже билеты раскупили уже почти все. Тренер Юсупа Бауыржан Нурмуханов тренирует чемпиона уже 10 лет. Наставник верит в своего подопечного и надеется, что ему удастся успешно выступить на предстоящих играх в Париже. Постоянно переживаем, чтобы спортсмен не получил травму, ведь усиленные тренировки тоже сказываются. Надо следить, чтобы борец не вымотался, не перенапрягся. Конечно, прошлый год для Юсупа вышел не слишком удачным. Апофеозом стала осечка на азиатских играх, но у любого атлета бывают спады и подъемы. В него продолжают верить все актюбинцы и не только. В ходе лицензионного турнира в Бишкеке в столице Кыргызстана он одержал чистые победы над оппонентами из Палестины и Кыргызстана, а в решающей схватке уверенно одолел Шамиля Шарипова, представляющего Бахрейн, действующего победителя Кубка мира со счетом 7-3. И благодаря этому успех квалифицировался на игры в Париже. Юсуп Батырмурзаев выступит на Олимпийских играх в весовой категории до 125 килограммов. Напомним, 33-й летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Динара Абдуалиева, Бахыжан Эдигеев, телеканал Актобе.